Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Вот хочу вам показать свою бониту, как она вальяжно развалилась здесь на столе. Вот такая моя принцесска. Вот понимаете, где хочет, друзья мои, там она и ложится. Вот посмотрите на нее. Мама, значит, приболела, красавицу свою не гоняет. И вот она у меня вот так вот, понимаете? То там пойдет полежит на столе, то здесь полежит на столе. А ваши кошечки и котики тоже такое вытворяют? Или вы им не позволяете это делать? Я вот своей Боньке позволяю. Потом убираю, протираю пыль. Вот такая шерсть с нее падает, друзья мои. Но на этом столике никто не кушает. Конечно, когда кто-то садится, если кушает, это такая редкость практически. Можно сказать, это Бонькин столик, на котором она спит, друзья мои. Вот. А еще она любит вот мять ту подушку. У меня есть видео, где она подушку эту мнет, делает ей массаж. Хоть бы раз бы мне сделала. Нет, именно этой подушки. Я уже ее расчесывала и убирала, и каким-то там я мазала отпугивающим запахом, и все равно она вот прямо, знаете, прилипла к этой подушке, и все, ей надо ее помять, помассажировать. Ну, а потом она ложится и засыпает на этом кресле. В общем, у нее тут многие есть любимые места. Не знаю, друзья, как ваши котики, но моя Бонечка, она пользуется на особом положении. Потому что она у меня была, так сказать, самой главной артисткой на моем канале «Бонькин дом». Сейчас она уже, конечно, подросла, не так играется, разленилась, стала, друзья мои, больше спать. Вот, я вот пытаюсь там ее чем-то завести, поиграть с ней. Это уже прям по настроению. Если нет настроения, никакие игры вообще даже быть не могут. Все делай только по желанию и по настроению, друзья мои. Вот такая вот у меня кошечка, принцесска, Бонька. Видите, глаза ей фонарик светит, ей не очень нравится. Вот. Ну, конечно, ушко зачесалось, все мы зазевали, все у нас зачесалось, закусалось. Купаться она у меня не любит. Все, друзья, вот ушла на свое любимое кресло теперь. Не любит она, когда я ее снимаю. А еще, друзья мои, помимо Бонечки, у меня есть еще один друг. Вот в виде такого робота. Это робот-пылесос, друзья мои. Сейчас у меня вот он стоит на базе и заряжается. Ну, в общем-то, он у меня уже зарядился, если честно сказать. Ну, вот я хочу вас ознакомить с этим роботом-пылесосом. Вот такая вот база, друзья мои. Сам он на нее заезжает. Ну, правда, долго ищет. Может немножко поблукать. И у меня, знаете, не выдерживает моя нервная система. Думаю, ну что так долго он ее ищет? И я его сама сюда раз положила, и он заряжается. То есть можно направить его. Есть еще пульт. Вот такой вот пульт еще управления. Вперед, назад. То есть можно направить его на базу без проблем. Ну, по мне так я пультом не пользуюсь. Знаете, вообще, как-то мне не особо это нравится. Как-то напоминает вождение машинки. Я вот включила его и пустила его в свободное плавание. Ну, что я могу про него сказать? В эксплуатации он у меня уже давно. Один раз он... Правда, что-то там у него... А, у него поломалось. Тут, видите, отлетела только ножка. Не ножка, а щеточки. Щеточки, которыми он захватывает мусор. Вот щеточки отлетели. Одна щеточка отлетела. Пришлось ее менять. А так пылесос отличный. До сих пор работает. Фирма отличная, друзья. Нареканий у меня никакого. К пылесосу нету никаких нареканий. Вот.
Вот так вот он открывается. Такая у него емкость, в которую собирается мусор. Вот. Открывается эта емкость и вытряхивается. Можно помыть. Щеточка у меня есть. Я щеточкой так все почистила там, ополоснула. Вот сейчас он у меня чистый. Как видите, я им практически давно не пользовалась уже. Я вам хочу сказать, что, конечно, пылесос, который обычный пылесос, вон у меня обычный пылесос стоит, друзья мои. Конечно, он тянет сильнее, мощность у него сильнее. А робот-пылесос, я его Васькой зову. Вот мой Васька робот-пылесос, он так поддерживает чистоту. Знаете, вот приболела я сейчас, и вот он мне как помощник. Пустила его, дверь закрыла, и все. И он, значит, здесь мне пылесосит. Все, отпылесосил, все равно освежил, мусор мелкий собрал. Отлично, все. Другую комнату там я его направила, перенесла. Точно так же освежил все там, мне пропылесосил, мелкий мусор всосал. В общем, как бы он нужен, но без него тоже можно жить. Вот я о чем хочу сказать вам, дорогие друзья. Вот. Но все равно я им пользуюсь. Нет, нет, вот в таких ситуациях, именно когда вот, то есть как бы ты прибаливаешь, или ты там не успеваешь что-то, или если к тебе там кто-то пришел, и ты собираешься пойти там гостей встречать, вернее говоря, собираешься встречать гостей, тебе быстро надо навести порядок в ту комнату пылесос, здесь сюда с этим пылесосом. Вот так вот, друзья мои, стараешься делать, чтобы все это было быстро. Вот. Пользуюсь пылесосом, но все-таки чаще пользуюсь обычным пылесосом, потому что он для более такой существенной генеральной уборки он сосет, друзья мои, намного сильнее. Бунечка не любит этот пылесос, ни первый, ни второй. Ну, за этим она наблюдает с высоты, вот как сейчас. Я сейчас вот не буду включать, конечно, его. Хотя почему бы нет? Вот я включу. Так, вот здесь у него красная кнопочка. Такие он звуки. Вот так он еще разговаривает. И все, друзья мои. Вот он поехал. Вот такой вот у него звук. Все, и вот он сейчас вот будет. Вот у меня стоит моя сушилка. Дело в том, что я белье только что сняла, друзья мои. И вот все. Пошел работать мой Васька. Все, и будет все это делать до последнего. Но он там мощный, да, он может вот так вот и заехать туда, как видите. Вот так вот работает, помогает мне. Может и по кругу вот так он крутится. Как видите, у него есть программа. Вот так вот раз и пошел круги делать. В общем, кто имеет пылесос такого вида, тот знает. На базу может сам приехать, как я уже говорила. Не знаю, одно время, конечно, прям горели этими пылесосами, прям так хотелось его заиметь. Ну, сейчас все равно, как помощник. Помогает, я ничего не могу сказать. Вот половик так пылесосит. Ну, мне бы хотелось, чтобы лучше он это делал. Мощности у него все-таки не хватает, мне кажется, справиться, чтобы прям отлично вот, все прям как вот тот пылесос мой обычный, он прямо аж, знаете, у него три скорости, и третья самая сильная. Вот что хотелось мне сегодня вам рассказать, друзья мои. Если вам понравилось такого плана видео, дорогие мои, ставьте лайки, пишите комментарии, пользуетесь ли вы таким пылесосом. Хотелось бы вам его приобрести, если у кого нету. Вот.
Я вам свое мнение сказала. То есть пылесос этот, как помощник, имеет право быть в вашей квартире, в вашем доме, дорогие мои. На этом заканчиваю свое видео. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока. Увидимся.